Доброе утро. В окружной столице стартуют всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Жемчужина Югры». Итак, у нас в студии, друзья, встречаем тренера высшей категории, старший тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Югры Светлана Ахмедова. Доброе утро. Доброе утро. Максим должен был еще уточнить, что это юбилейный чемпионат. Вот сейчас, подождите. 15-й. Вот, что же вы как истинная спортсменка? Да, я думаю, с этим Марина. Даже можно поздравить. Да, 15 Спасибо. Лет. В этом году соревнованием под названием «Жемчужина Югры» исполняется 15 лет. Скажите, это много? Ну, это многое и, наверное, мало. 15 лет – это вот такой средний возраст. Но я к чему веду, что не каждое соревнование, не каждый чемпионат может похвастаться 15-летним стажем, 15-летней своей, пусть небольшой, но историей. Вот сколько вы можете вспомнить, даже в нашей матушке России проходит таких длительных соревнований по синхронному плаванию. И вообще, благодаря чему вот этот чемпионат, этот турнир держится на плаву столько лет? Ну, во всей России у нас существует календарный план. Это вот эти всероссийские соревнования, они являются, ну, как бы домашним праздником для детей. То есть это нельзя сказать, что это первенство России, чемпионат России, Кубок России. Это такой домашний, уютный праздник для детей. Их у нас 4. Это русская матрешка в Чехове. Это Краса Сибири, Сибирский округ, Новосибирск. Это Самара. И, естественно, мы, Ханты-Мансийский автономный округ, «Жемчужина Югры». Но я вам хочу сказать, что «Жемчужина Югры» – самый взрослый, если так можно сказать, самое взрослое мероприятие. Потому что нам в этом году 15 лет. 15 лет. Это очень приятно. За 15 лет все-таки уровень мероприятия, он вырос. Желание других субъектов Российской Федерации приехать к нам сюда, в Югру, и показать свое мастерство, оно, желание увеличилось? Вот буквально вчера закончилось первенство Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, стандартно у нас выступало в пределах где-то 65-60 человек. А вчера было представлено 104 участницы, это только в нашем округе, что это действительно для нас радостно. И в этом году на этот юбилейный, так можно сказать, старт приезжают 8 субъектов, более 200 человек. А откуда, вот помимо Югры, откуда еще участники? Значит, к нам приезжают традиционно спортсменки с Екатеринбурга в составе 72 человек. Ничего к нам себе. Приезжают двумя командами Санкт-Петербург. В этом году первый раз у нас будет Кемерово. Новосибирск у нас двумя командами. Естественно, все эти субъекты приезжают двумя командами. Челябинск, то есть Уральский федеральный округ, он в полном составе принимает участие. Тюмень в этом году приехала с двумя командами. И, конечно, это огромная заслуга Федерации синхронного плавания под, если так можно сказать, руководством президента нашего Сосуна Виктора Богдановича. И неотъемлемая часть, конечно, учреждения, автономного учреждения «Югра Мегаспорт». Отработано вот все просто до мелочей. Вчера соревнования закончились, сегодня начинается новый старт. Все стоит по местам, все создано для проведения соревнований и, естественно, по технике безопасности для детей. Проведение соревнований мы завтра начнем. То есть, в принципе, можно было бы выдохнуть, но нет. Ну, мы привыкли к этому. Мы к этому привыкли. Вот об этом как раз хотели спросить, когда начнутся соревнования и кто может вообще прийти поболеть? Да, когда они... Ну, все желающие, мы всегда рады всем. Ну, естественно, у нас самые болельщики – это мамы, папы, бабушки, дедушки. У нас очень часто приходит спортсменок поддержать целый класс. То есть, мы всех абсолютно ждем на это мероприятие. У нас было... предварительное совещание, проведено нашим директором Радченко Валерием Михайловичем, где были приглашения, если так можно сказать, розданы всем видам спорта, которые развиваются в нашем автономном учреждении. Место проведения? Где проходит? Аквапарк, традиционный аквапарк, тоже созданы все шикарные условия. Балкон нижнего яруса и балкон верхнего яруса. То есть аквапарк города Ханты-Мансийска, милости просим. Ледовый дворец. Да. Федерация синхронного плавания Ханты-Мансийского автономного округа Югры еще празднует в этом году одну дату. Чуть больше, чем у «Жемчужины». Ну, хотя федерация все-таки это слово женского рода, и возраст говорить не принято, но давайте озвучим. В этом году сколько федерации синхронного плавания? 25 лет.
мы гордимся этим. Создан очень дружный коллектив. Вливаются в него новые спортсменки. То есть новые силы. Да. Вы знаете, вот на первенстве округа, который вчера закончился, они показали даже свою квалификацию судей. А на закрытии соревнований им были вручены значки и судейские книжки различных категорий, то есть начиная от первой, заканчивая третьей. Проводятся семинары. Вот наши спортсменки, то есть юные судьи и квалификационные определенные категории, уже на всероссийских соревнованиях традиционном семинаре, а он проводится, будут представлять презентации. То есть они уже будут выступать в качестве лектора. Помимо того, что они выкидывают оценки, показывают, они еще будут готовить вот эту презентацию. Это говорит об одном, что наша федерация синхронного плавания находится на достаточно высоком уровне. И, конечно же, новые кадры, новые силы, новые спортсмены подрастают и, конечно, пополняют нашу копилку. Мы их ждем, потому что, ну, наверное, мы уже в таком возрасте, когда нужно вот этой вот какой-то новой волны, новой подпитки и новых идей. А они есть, девчонки действительно рвутся в бой, и мы приятно рады этому. Все, это здорово. Мы, и от нас, конечно же, от нашего лица примите самые лучшие поздравления, самые теплые слова. Спасибо огромное, что пришли. Доброго, бодрого утра желаем мы вам. Спасибо огромное. И победа, обязательно победа. Спасибо. Друзья, с гостем прощаемся. С вами Жугница. Две с половиной минуты. Дождитесь.